В историческом центре Череповца сегодня как никогда людно. Еще бы, на Советском проспекте широко развернулась Милютинская ярмарка. Традиция отмечать День города народными гуляниями уходит в далекое прошлое. Поздравить собравшихся лично пришел глава города Юрий Кузин. В нашем городе строятся и ремонтируются дороги, в нашем городе ремонтируются больницы, приобретается диагностическое оборудование, строятся детские сады, развиваются производства. Открывается крупнейшее производство, которое является предметом гордости всей России. Мы любим наш город, мы ценим его. И прежде всего ценим тех людей, которые проживают в Череповце. Формируя стратегию развития города до 2022 года, мы определяем основную задачу – создание комфортных условий для проживания на территории. Потому что самая большая ценность – это люди. Я выражаю вам огромную благодарность за ту работу, которую вы делаете. Потому что благополучие Череповца – это ваш вклад, это ваша работа. Поздравляю вас с замечательными праздниками. Хочу пожелать вам хорошего настроения. Всего вам самого доброго. С праздником! Поздравив горожан с юбилеем Череповца и отведав гостеприимного хлеба с солью, мэр оценил мероприятие в рамках народных гуляний. Не обошлось и без желающих сфотографироваться с Юрием Кузиным. Красивый город, чистенький, аккуратненький. Старайтесь, молодцы. Спасибо большое. Но мы от финнов пока немножко отстаем, но мы их догоним. Да ладно, ладно. Приятно очень возвращаться. А посмотреть было на что. Ремесленники развернули прямо посередине Советского свои шатры. Здесь же работают и кузнецы, собравшие огромную толпу любознательных горожан, желающих попробовать свои силы. Рядом с филармонией симпатичные клоуны играют бодрую музыку. Под звуки духовых и большого барабана ноги сами начинают пританцовывать. А кто еще хочет на танцевать? А? Вау, кабельно, бомба! Рядом с мастерами развернули свои палатки и торговцы. От покупателей нет отбоя. Как торговля идет? Ну вот, работаем. Несмотря на то, что лен подорожал, переживали очень сильно, но... Ничего, работается. Да, отведите. Все нормально. На Советском сегодня яблоку негде упасть, однако каждый пришедший мог найти развлечение для себя. Участников и зрителей города мастеров с тройным праздником поздравил мэр Череповца. Сегодня замечательный день. Сегодня тройной праздник. Во-первых, мы отмечаем юбилейный день города. Мы отмечаем день единства. И мы отмечаем день церковного праздника. День Казанской Божией Матери. Я давно не видел в Череповце столько счастливых лиц. Прошел по Советскому проспекту. В Череповце настоящий праздник. Это праздник для всех горожан. Мастер-классы, торговые ремесленные ряды, 4 сцены с праздничными программами. Тысячи череповчан пришли сегодня на народные гуляния. Одно можно сказать наверняка. Такого дня города Череповец не видел уже давно. Семен Мануилов, Игорь Лапшов, Олег Тюкаркин, информагентство «Череповец».